Луиза Хайруллина, которую подозревают в хищении из банка более 20 миллионов рублей, останется под арестом до 2 сентября. Верховный суд Башкортостана оставил без изменений приговор, вынесенный ранее Орджоникидзевским райсудом Уфы. Об этом РБК Уфа сообщил помощник судьи Верховного суда республики Вадим Хабиров. Напомню, по предварительным данным следствия установлена причастность к хищению супруга кассира банка Марата Хайруллина. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В интервью СМИ муж Луизы Хайруллиной рассказывал, что деньги похищались в течение 1,5 лет для игр на тотализаторах, и вся сумма потрачена именно на эти цели. Как ранее сообщал РБК Уфа, 27 мая представитель банка заявил в полицию о пропаже денег из кассы. Подозреваемая в хищении 36-летняя сотрудница банка Луиза Хайруллина скрылась вместе с супругом и двумя несовершеннолетними детьми. Заочно суд определил ей меру пресечения в виде ареста. 4 июля кассира задержали в Казани на съемной квартире.